Что, ребят, к переезду готово? Вот так сюрприз, Мы с Памелой уже прибыли на место сюрприза. А Надин мы сейчас пошлем просто место, положение, где мы находимся. Опа, опа, опа. И напишем: приезжай сюда, тут ждет тебя сюрприз. Собственно, приехала я на точку назначения, которую мне отправил Андрей. Сказал, это будет сюрприз. А я такая, все после чистки. Он говорит, там ты восстановишься. И твое лицо будет дышать, сиять. И, в общем, мы будем проводить сейчас вместе время. Вот я жду, пока он мне откроет. И даже мне интересно, что же там за дом такой. Добро пожаловать домой! Ух ты! Вот теперь ты теперь мой шарик! Такой красивый! Дверь закрылась, мы туда зайдем? Вот, мы выехали в деревню прямо из дома. Вот наша тележка. У нас ПП продолжается, у меня же волосы дыбом от этого ПП. У нас есть паста, которая... А, пара, слава богу, хоть одна отдушина. Значит, мы в Пятерочке, на деревне. Да, у нас в деревне самый ближайший магазин. Все, все на пять. Настанет вечер, мы зажжем свечи, приготовим гречу. Наша любовь навечно, много Вани надо, только ты и бумага. Сидели маски на пол, температура. Вот это нас. Мы переехали в дом. Андрюшка! Да, дорогой? Такой вот у нас дом. Отсыпаемся. Когда мы будем вообще все это есть, я не понимаю. На ППшечке, значит. На ППшечке? Вот это на ППшечке? Ну! Это так, реквизит. Ой, какой прекрасный день. Ну что? Фикция. Лежите. Кайфуем. Я высыпаюсь. Нет. Помыла не верит на один. Я говорю, что фикция. Да, ну что, придется привыкнуть. Да, вот так заселились мы тут. А, заселились же, ё-моё. А, да, заселились. Заселение у них тут. Сегодня вся Москва выкладывает, наверное, этот замечательный закат.